песня соловья. Горы, из окна утром вижу я, вижу алые розы, виноградные лозы, весь открыт солнечной судьбе, брат Москвы, юный Душанбе. Город, как маяк, свет его далек. Горби, красный флаг видит весь восток. Сердце Таджикистана слышит знойные страны. Есть у них в дружбе и борьбе верный друг, юный Душанбе. Можно вновь и вновь здесь бродить вдвоем. Дружба и любовь в воздухе твоем, и в жару Душанбинка, как весенняя льдинка, я в любви признаюсь тебе, город мой, юный Душанбе. Рекорд, оркестр. Спасибо. Песня о Душанбе. Было бы трудно догадаться, что это восточная таджикская мелодия, написана русским композитором. А почему, интересно, вы выбрали эту песню? Когда у нас появилось задание исполнять песни вашего композиторского начала, да. У меня вообще не было никаких сомнений в том, что мы будем исполнять эту песню. Она мне действительно очень близка, очень нравится. Спасибо, спасибо. Не ожидал. Валерий Яковлевич, как вам? Это, как всегда, очень колоритно выглядит. И вы в своем материале, и я думаю, что этот номер или что-либо подобное в вашем исполнении найдет себе место на главной сцене в финале. То есть да. Да. Валерий Леонтьев говорит да. Что скажет Диана Арбенина? Ну, я наконец дождалась вот этой проникновенности, которая у вас, безусловно, есть. Я ее чувствовала с самого начала. Я понимала, что есть подвох, и то, что вы можете быть таким нежным, это, конечно, меня безумно подкупает. Конечно, да. Володя. Ребята, спасибо вам за то, что вы окунули меня в то детство, когда я ездил с родителями, они ездили по всей стране. Это ансамбль «Самоцвет» и, конечно же, в Душанбе. Я был, я прямо окунулся в эту историю с этим прекрасным советским временем, когда это «подходите, покупайте», «лагман», «будешь лагман», это все прямо... Я не ожидал от вас, что вы можете на такой волне исполнить. Реально, это было очень вкусно, очень душевно. Чуваки, вы красавцы. Спасибо. Да. А я все это знала. Я все это чувствовала, когда только первый раз вас увидела. У меня занято мое сердце. Но если бы оно было не занято, я бы уже отдала его вам. Не как артистка, а как девушка. То есть я точно знаю, что вы шашкой рубанете, вы меня точно можете защитить. И вы можете быть самым-самым нежным на свете. Я ваша фанатка, это точно. Спасибо, Ирина. Вы мой любимый исполнитель на главной сцене теперь. Это точно. И после прошлого выступления. И, наверное, первый раз в жизни, сидя в Кремле, я, наверное, вот как люди поднимают плакаты там «Светка, давай, Ленка, давай, Андрюха». Вот я, наверное, тоже подниму. Скажите еще последний вопрос. Вы кто по национальности? Я француз. По имени Тимофей. Я русский.
когда человек русский владеет русской манерой, он умудряется сейчас спеть так, как спел бы человек из Душанбе, передав любовь своему городу. Я восхищена вами, я влюблена в вас. Все. Просто. Спасибо. Ребята, 4, да, у вас. Вы проходите в финал. Спасибо. Спасибо, дорогой Жюри. Спасибо.